Бешеный жук сейчас врезался в стену, на спину упал и порезал мне вены. Долго барахтался, позвал богомола, тот прилетел, вынес мебель из дома. И непонятно, куда смотрят геконы, почему в моем доме такой кавардак. И неспеша лишь колышатся волны, садится луна и съезжает чердак. Может, ко мне сейчас придет вурдалак. Только его здесь сейчас не хватает. Мысли тучи и всюду летают. Помощь приблизила тихо вокруг. Только свечки и цикады орут. Молча на небе плывут облака. Контур просвечивает и